Мобильное приложение для туристов, выезжающих за границу, запустят в стране. Об этом сообщили на Казахстан Travel Forum 2024. Мероприятие состоялось в преддверии Всемирного дня туризма, собрало представителей госорганов, работников сферы и авиаперевозчиков. Ими обсуждена проводимая работа над качеством отдыха казахстанцев. Турпоток казахстанцев, вылетающих организованным способом за рубеж, растет с каждым годом. Однако нередко встречаются случаи, когда туристы сталкиваются с проблемами за границей. Многие также страдают от рук недобросовестных турфирм в стране. Таких фактов в прошлом году выявили 180. Мы сейчас создали и запускаем мобильное приложение, которое позволит туристу 24/7 постоянно находиться с теми, кто может его защитить и помочь в той ситуации, в которой он нетривиально может оказаться за границей. На мероприятии также представили рейтинг отечественных туроператоров. Вместе с тем затронуты вопросы, касающиеся авиации и ее роли в развитии туризма и экономики. В целом отрасли гражданской авиации и туризма, они очень сильно взаимосвязаны, и много где они взаимозависимы. Поэтому проведение подобных форумов, оно будет полезно как его для отрасли гражданской авиации, так и для туризма и в целом для потребителей услуг. В рамках форума участники обсудили ключевые тренды в туризме, изменения потребительских предпочтений, стандарты в туриндустрии и управление рисками. Кроме того, крупнейшие туроператоры представили новые туристские направления. Зарина Беккалиева, Василий Вережников, Бекжан Толебек, Кукши Ахпарат.